Здравствуйте, дорогие подписчики, вы на канале Меридиан Прод. И многие из вас знают, что я снимаю видео про Грузию. И много разных людей с разных стран смотрят их. И вот недавно у нас произошла трагедия в Гудаури. Я благодарен Богу, что никто не погиб. Я хочу поговорить о том, что произошло. А произошло следующее. Вышел из строя сам механизм отключения, поэтому они не могли никак отключить эту фигню. И действительно заглючило там все, и люди падали прямо с канатки. Что меня больше всего взбесило? То, что это видео пропиарили. Конкретно. Везде. Везде, куда не зайдешь, это видео. Я не знаю, почему и для кого это нужно, но зайдешь в YouTube Тренды России, на первом месте это видео. Зайдешь YouTube Грузии тоже на первом месте. Ладно, Грузия, понятно, это в Грузии произошло. Но почему на первом месте идет такой антипиар Грузии? У нас и так маленькая страна, и она держится на туризме. Я не понимаю, они хотят, чтобы к нам не приезжали? И поэтому я хотел опровергнуть те домыслы людей, которые говорят, что вот Грузия, все здесь у нас безалаберно, безответственные люди и все остальное. Эта трагедия могла произойти везде. И в России, и в Канаде, и в других странах. Вот вам видео, что произошло в Индии, например. Поэтому обвинять Грузию, думаю, нет смысла. И вот что я хочу сказать, что не стоит поддаваться на провокации. Много чего может произойти в жизни каждого. Сейчас завели уголовное дело, идет расследование. Будет понятно, из-за чего это все произошло. Приедет компания, которая создает эти канатки. Приедут независимые эксперты. Я не хочу, чтобы это видео повлияло на репутацию Грузии. Здесь очень много красивых мест. Я поэтому езжу по всей стране и снимаю эти видео, чтобы вы видели эту красоту. Понимаете, чтобы вы приехали. Грузия очень гостеприимная страна. Что-то с вами случится здесь, в Грузии. Первым на помощь придет обычный народ. Обычный человек. Вот сейчас мы даже находимся прямо в городе Тбилиси. Вот недавно построили этот собор. Я сейчас запущу дрон и покажу, какая это красота. Я жил в Москве, понимаете? Но когда я приехал сюда, я приехал отдыхать сперва. Но когда я увидел эту природу и все, я решил здесь остаться и жить. И ни о чем не жалею. Здесь очень гостеприимно. Посмотрите другие видео, которые на YouTube есть. Какие гостеприимные у нас люди. Наша страна очень маленькая. И она держится на туризме. И вот сейчас, что происходит, мне действительно очень обидно. Теперь вся Россия и многие знают, там на трендах, везде в трендах, по миллиону просмотров это видео набирает. Специально накручивают это видео почему-то. Для кого? Зачем? Почему? Не понимаю. Они хотят, чтобы у нас натяжные отношения с Россией еще более плохими их сделать. Я надеюсь, что меня поддержат те люди, которые бывали в нашей стране, кто видел эту всю красоту. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, еще больше будет красивых видео о Грузии.